вами двигаемся, похоже, из Европы в Америку. Отлично. Объекты для создания подсвечиваются оранжевым. Вы можете сделать новую группу, перетащив правой кнопки вместе. Ага, надо, короче, в кучу все покидать. Здорово, мужики. Пилот у нас неадекватный, смотрите. Он сидит такой, руками в воздухе вводит. Такой, так, удерживайте левую кнопку мыши. Держим. Мартини. Отлично. Тап открыть ваш инвентарь и выбрать зажигалку. Ага. Левая кнопка мыши, использовать зажигалку на мартини. Ага. Е поднять. Левая кнопка выпить. Ништяк, накатили. Все предметы, в общем, что-то я не успел прочитать. Вернитесь на ваше место. Полет длится очень долго. Давайте немножко покемарим. Ну да, я такой богатый бездельник. Чё бы не полетать. Ух ты ж. Я ждал какого-то подвоха. Мама. Мама. Что происходит? Куда? Фу ты. Бутылка. Дайте бутылку, я ложусь. Так, погнали. Стаканы, бутылки, пилоты, мужики, там все в крови. Ладно, мужики, пока что каждый сам за себя. Выгребаем. Флейнер. Так, плот. Пустите. Отлично. Ох, куда я залез? Назад. Твою мать. Какая-то жесть. О. Так. Сардина. Весло. Окей. О, отлично. Погнали. Берегу. Йо-хо-хо. Отлично. Так. Круто. Так. Отлично. Скоростная гребля на байдарках по суше. Ладно. Так, весло. Как кинуть? Ну, отлично. Ну чё, скоростная... Привет. Я с вами одной крови. Тоже буду боком так ходить. Чук-чук-чук-чук-чук. Так, ну мы высадились на каком-то острове. Камешки. Возьмем. Почему-то пиратские песни всякие на ум приходят. А погода-то... Погода великолепная. Графоний завезли. А вот тени персонажа не завезли. Okay. Ага, у нас есть зажигалка. Инструмент. Ручная зажигалка. Карманный нож. Инструмент. Хороший режущий инструмент средней прочности. Используется для добычи, для сбора растений и нанесения повреждений. Бутылка воды, пища, пластиковая бутылка воды, может быть наполнена из ведра для сохранения свежей воды. Камень, крафтабл.
Большой камень. Круто. Так. Палка. Палка. Yep. Just a stick. Да, просто палка. Ага, вот так. Все, классно. Так, смотрим. Ножик у нас используется для добычи растений. Юка. Отлично, давайте. Добудем что-нибудь. Улесим. Какие-то веревки. Ладно. Люди. Там, по-моему, еще какой-то остров или что это такое. Да, точно остров. Вон там еще один остров, смотрите. Так, ладно. Пока не об этом голова. Ага. Краб. Маленький самец краба. Ладно. С крабами потом разберемся. Наверное, хавать как-то можно. Так. Вода. Нам нужна... У крабов здесь... Так, палка. Я думаю, надо собирать все подряд. Все, что дают. А потом уже что-нибудь придумаем. Так, камни, палки. Что еще есть? Юка. Окей, веревки. Еще юка. Отлично. Палки. Какие-то следы кораблекрушения. Что было? А, краб. Окей, отлично. Палки, камни. Ну, еще палки, еще камни. И еще палки. И еще камни. Так, что? Уже не влезет, да? Еще камни. Так. Я слышал, что чтобы что-то крафтить здесь, надо все вывалить в одну и ту же кучу. Так, на какую кнопку кидать-то? Ага, есть. Есть. Все кидаем сюда. Еще камни. Здесь у нас валялось еще. Так. Так, отлично. Пальмовое дерево. О. Зеленый кокос. Классно. Фу ты. Ногу же сломать можно. Так, зеленый кокос может быть открыт. Так. Зеленый кокос может быть открыт. Давайте. Кокос. Типа почистили. Дринкейбл. Дринкейбл. Ага, попили. Прекрасно. Еще может быть на кусочки разбит. Классно. Еда. Кусочек кокоса. Какая вкуснотища. Так, ну мы, собственно, не за этим здесь. Крафт какой-то. Крафт. Во. Вот. Думал, сейчас чихну. Какие-то сквозняки здесь на острове. Вроде тропики. Так. Необработанный топор. Одна веревка, одна палка, один камень. Необработанный молот. Используется для строительства. Используется для рубки деревьев. Ну и кэмпфайр. Огонь. Ну давайте. Круто.
И надо на еще вот такую штуку. Опа, все синее стало. Смотрите. Только сделать я почему-то ничего не могу. А топором? А это не влияет, да? Я сделал еще один топор. Да. Я сделал или нет, не сделал. Я просто выкинул его, да? Ладно. Так, для рубки деревьев используется. Погнали. Классно. Посмотрите, растет. Дерево растет. Мы его рубим, оно растет. О, да. Кокосики. Где-нибудь тоже будем складывать. И в пачку влазит 4 кокоса. Ладно. Вообще по 4 предмета. Так, а на какую кнопку таскать? Да чтоб тебя. Ага. На правую кнопку мыши можно таскать. Все. Так. Полено. Полено верхушки дерева. Ладно, давайте. Какие проблемы? Еще порубать, наверное, надо. Классно. Классно. Мне уже это все нравится. Отлично. Полено. Тоже в стройку закинем. Так. И вот эту штуку. И чё? И ничего. Давайте разрубим, что ли. Чё получится? Доски? Доски тоже неплохо. Ага, доски. Просто палки. У нас будет много палок. Так. Краб. Не провоцируй. Листья какие-то еще. Пальмовые листья. Может быть, из них навес какой-то сделать. Ага, точно. Пальмовые листья. Так. И сделать мы здесь ничего не можем. Так. Может быть, ножик сюда кинуть? Нет? Тогда верните. Молоток для создания. Ага. Базовый строительный фундамент. 8 палок. Окей. Круто. Смотрите. Так, куда? Куда поставить? Даже не знаю. Ну пусть стоит здесь. Господи, какая разница, где он будет стоять. Так, это все в кучку. Это все в кучку. Так, а почему я строить не могу? 8 палок надо было. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, не хватает палок. Ну, пойдемте еще зарубим. Хотя вот эта стройка, ребята. Вот эта стройка, как бы, вот сейчас абсолютно не нужна. Просто охота проверить. Черт побери. О, сколько кокосов. Аккуратно. Аккуратно. Опа. А мы еще под водой можем гонять. О, классно-то как.
Красота. Сардина. Нет. Ладно. С сардиной подружиться не прокатило. Собираем кокосы. Так, чтобы в одной кучке все лежат. Ох, сколько у нас кокосов. Аккуратно. Ну, я думаю, вода и еда. Вода и еда уже есть. Так, топор. Так, а что я делаю? Может быть, вот так? Да? Тащим. Круто. Ну-ка. Сейчас еще палок нарубим. Листьев нарубим. И попробуем что-нибудь сообразить. Сколько надо материалов, чтобы здесь что-нибудь собрать? Так. Это сюда. Давай. Давай. Хочу палок. Ну, отлично. Отлично. Прям не может не радовать. Классно. Ох, а что-то подлагивает. Куча палок и начинает подлагивать. Ну, так-то альфа. На секундочку, если что. Ранняя-ранняя альфа. Или я уже сверх меры навалил палок этих. Ну давайте мы тогда, ладно, не будем над игрой издеваться. Вот листьев еще добавим. Только посмотрите, какая красота. Мне прям нравится. Море шикарно выглядит. Так, что мы можем сделать из всего этого? Опять фундамент. Может быть, побольше камней насобирать? Что еще, какие ресурсы? Еще какие ресурсы есть? Пальмовое дерево. Так. Кто-то здесь... О, сундук. Флиппер с ласты. Ху-ху. Отлично. А как мне теперь не ходить? Ну. Это мы типа в ласты гоняем. Круто. Классно. Ладно. А где ласты? Еще были какие-то у нас... О, темнеет так. Тропики темнеет быстро. Так, это наше состояние. Моднявы у нас часы. Фирмы BP. Первый столбик, я так полагаю, здоровье. Второй столбик, кусок мяса. Еда, вода. Отлично, здоровье, еда, вода. Так, и тем временем темно. Надо костер. Костер. Ну, юка. Это веревки у нас. Спасибо. Спасибо. Угу, спасибо. Ну-ка, дайте. Где наш фундамент? Мы же могли огонь какой-то развести. Ох, как подлагивает. Так, фундамент только делать здесь. Ох, кровать. 4 веревки, 4 пальмовых листа, 6 палок. Классно. А сюда поставить? Нет? Ну, давайте мы будем спать вот здесь, под луной.
Отлично. Спать. Спать. Круто. И... Да здравствует утро. Там у нас восход. И смотрите, юка опять выросла. Или не выросла, подрастает только. Нет, выросла. Классно, неиссякаемый источник юки. Отлично. Так, что нам еще надо? Камни еще бы каких-нибудь насобирать. Камни, камни. Камни, палки. Так. Бочки какие-то. Морские звезды, всякая фигня. Да, и там у нас определенно остров. Так. А как мне? Как-то надо копье какое-нибудь скрафтить, там палку взять, заострить. Палка есть, нож есть. Рыбу добывать, например. Так, ласты нашли, но не знаю, насколько это все круто. Я вот не засек скорость перемещения под водой до того. И скорость перемещения после того, как надел ласты. Так, все в кучу. Еще палочек. Еще палочек. Отлично. Ну, выглядит все просто великолепно. Просто великолепно. Так, кэмпфайр. Веревка. Фундамент. Ну, я прям даже не знаю. Фундамент. 8 палок. Отлично. Только зачем он нужен? Наверное, на нем дом можно будет построить. Так, ладно. Ну, у нас не цель построить дом. Не цель построить дом, поэтому... Ну-ка. Я предлагаю сделать следующим образом. Вода не нужна. Топор не нужен. Ага. У нас типа два. Классно. Все, ножик. Ножик. Так. Пять камней, пять палки. Потейта. Картошка. Отлично. Картошка. Ну. Ладно. Пускай будет. Еда. Палка. Камень. Да что ты? В кучку, я сказал. Еще картошка. Классно, не знаю, как они тут выращиваются. Может быть, на семена можно, как в 7 Days, зафигарить. И самим тут сельское хозяйство разводить. Но пока что, пускай они там валяются. И я хотел посмотреть, что у нас тут в море происходит. Раз дают нам возможность поплавать, погонять. Погнали. Ну, вода просто великолепно выглядит. Просто великолепно. Я еще хотел копье сделать. Так. Тулбокс. О, топор, настоящий топор. Сильно режущий инструмент с хорошей прочностью. Используется для рубки деревьев. Круто. Им, наверное, и влупить можно не слабо. Так. I feel strange. О, что такое? Что случилось?
себя странно. Я чувствую себя странно. Ой, рука такая покоцанная. А, мясо надо. Пожрать надо и попить. Окей, погнали. Пожрать и попить. Ну, с этим вообще проблем нет. Так, пьем. И едим. Два столбика. Три столбика. Четыре столбика. Ха-ха, прикольно. То есть у нас один кокос. Один кокос восстанавливает и еду, и воду. Причем. Классно. Так, ну раз мы нашли с вами. Раз мы нашли с вами инструменты, вот это пока что скинем. Пусть пока здесь лежит. Так. Красота. И где-то я видел я корабль. Где-то видел я корабль. Ныряем. Ага. Вот где мне его сейчас найти? Где мне найти корабль? Я забыл. Что за звуки? Ух ты ж! Пошла вон! Пошла вон! Не подходи! На! Ага, попал! Ну-ка иди сюда! Иди сюда, скотина! На-ка! На-ка, иди сюда. Иди сюда, блядь. Страшно-то как, ну... Ой, подышать надо. Иди сюда, сказано. Рыба, будешь мясом. На мясо забью, блин. Иди сюда. Столько мяса плавает, ребята. А еще, наверное, шкура есть. Иди-ка сюда. Куда пошла? Сюда иди. Что-то она валит от меня. Фух. Сыково. Но мы себе показали просто на высоте. Отлично. Отмахались. Так, это что такое? Что за размахивание руками? Шаманские какие-то пляски. Так. Где-то был корабль. А там глубоко-то как? Что-то... Что-то с такого. Ладно. Опа. Ух ты ж! Ага, попалась. Попалась, падла. Так, оттащить можно. О, отлично. Пошли. Ты будешь моим другом. Привет. Тигер Шарк. Тайгер Шарк. Мясо! Филе! Филе акулы! Отлично! Круто! Так, пища! Большое филе... Это я акулы, короче. Отлично! Я хотел с ней поговорить еще.
Пошлите, у нас была возможность костер сделать. Круто. Мясо само приплыло. Отлично, все, погнали. Сделаем костер, пожрем и ляжем спать. Довольные. Кровать, топор, кемпфайр. Простываю я что-то плавать в этой холодной воде. Так, кемпфайр. Где лучше? На пенек. На пеньке, нет? Ну, давайте вот здесь рядом с кроватью. Отлично. Так, зажигалка. Крутяк. И филе акулы. Как-то... Вроде что-то шипит. О, отлично. Плавники, всякая фигня. Ну вот дождь вообще как бы не в кассу. Вы издеваетесь надо мной. Реально издеваетесь надо мной. Я тут мясо жарю. Надо крышу над головой, определенно. Так. Погода. Под деревом спрячемся. Так, а что у меня со здоровьем, я не понял. Все-таки цапнула у нас эта акула. Мерзавка. Ой. Так. Кокосик. О. Там что за звуки реки? Что за звуки были? Кукит. Приготовленное филе. Приготовленное филе. Так, какие-то звуки странные. Так, жарим. Что за звуки такие? Кто здесь? Ну давайте попробуем акулятина. Три столбика. Ням-ням-ням. Хо-хо, смотрите, как восстанавливает. Прекрасно. Прекрасно, просто. Это надо оставить. Так, так, так. Кокосиками. Акулятину. Акулятину перекусим с кокосами вместе. Кэмпфайр горит. Так, срочно нужна крыша над головой. Срочно. Амер. Надо что-нибудь построить. А построить мы ничего не можем. Ладно. Картошка опять выросла. Ну, я чувствую, с едой проблем у нас вообще не будет. Юлка выросла. Это веревки. Так, берем. Берем, берем. Нам нужны, по всей видимости, пальмовые листья, чтобы настройка дальше двигалась. Проверим, как топором рубится.
Ну, не быстрее, явно. Не быстрее. Так, ну вот полено нам, в принципе, особо не надо. Ну, с топора-то как-нибудь приладили акули, да? Краб. А, вот я что хотел еще пойти. Ну-ка, иди сюда. Краб. Ох, ты ж. Что случилось? А, блин, я отравился. Живых крабов можно. Нет, нет, не надо меня жарить. Нет. Не хочет. Живой краб не хочет. Погоди. Ну, вроде норм. Так. Ну, акулье мясо. Вообще ништяк. Акулье мясо вообще нормально вошло. Просто нормально вошло. Где наши все причиндалы? Так. Какой-нибудь крышу над головой. Так, отлично. Ладно, ребята, я думаю, что на этом будем с вами прощаться. Снимем еще в любом случае несколько серий. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока.